берег речки, из Люблина. Пацаны, упустим! Не упустим! Товарищ Лялин, товарищ Лялин, вот эту они оставили. Когда нас заберут, командир? Скучновато.
Привет, бойцы. Здорово, хвост. Вот. Двоих потеряли. Кого? Василия. Зато трофеи ценные взяли. Ну да. Егор Кузьмич. Все мужики привезли. Ничего себе у них трофеи. Пока мы тут с вами сидели, где вы это взяли? Товарищи партизаны действительно важным делом занимались. Угу. Да, интересный поворот. Думаю, что нам здесь придется задержаться. Гейны, Шиллера, Дюрера, Бетховена. Может, вам чаю принести? Нет, нет, спасибо, не нужно. Штаба! А, чего? Ай да немцы! Бесценные. 16. Точно. А это что у тебя? Умеет. Угу. А скульптура, значит, умеет. Брусницын! Да? Без меня не... Ящики не открывать! Бабу? Ну, фигуру каменную. Вы что, охренели? Один... Вот ведь, Валюшка.
Но ты знаешь, Илья, отдать ее надо. Да нет, она еще до войны от меня. А теперь слушай. Прошу. История с коллекцией приняла неожиданный оборот. Партизаны отбили у немцев грузовик. Где-то примерно вот здесь. Вскрыли ящики, а там вазы, картины, скульптуры. Отбили один грузовик, второй ушел. В партизанском отряде? Так, точно, еще не вернулся. Это хорошо. Завтра мы переправляем туда эксперта, он примет экспонаты. Сначала те, которые оказались у партизан, а затем из второго грузовика. Идите, самое страшное уже произошло. Но у нас инструкция. Идите, я вам сказал, Клавдия Петровна. Хорошо. А, да нет, еще не закончил. Сверяю списки экспонатов. Чего в ней такого, а? А ты погляди, она с ягодами. У такой красавицы каша, наверное, слаще меда. Да вы гляди, фуражку проводит. Вот дает. Между прочим, лошадь овсом кормит. Вот она и тянет. Извиняйте, Вань, за неимением овса в перловку. У нас в лагере надолго? Как сложится, выполним задание обратно. А задание у вас секретное? Очень секретное. Шпиона. А чё? Так не ж шпионов. Все ж свои. Мы можем и уйти. Рот открыть мне никто здесь не дает. Ты, Максимка, лучше про себя бы говорил. Говорю. Тогда...
Наживешь неприятностей. А что такое? Миневич неровно дышит к Светланке. Отшила она его. Еще бы. Его у нас никто не любит. Да за что его любить-то? Герр Шмидт, я всего лишь бывший учитель республики. Сегодня вы устали, а работа потребует от вас большого внимания. Вы можете что-нибудь напутать. Вам необходимо отдохнуть. Я ваш парашют сам проверил, так что прыгайте смело! Да и Тимофей свое дело знает!
Да недалеко здесь. В отряде за полчаса дойдем. Ну, видите? Да. Только парашют ваш припрятать нужно. Пойдемте. Завтра утречком все сверится, согласно описи. Liebe Эльза, дорогая Эльза, этот шедевр украсит наш дом в Баварии. И врага ненавистного крепче бьет твой. А давайте станцуем. Ну со мной, Светлана. Степан, ты мне обещал дрова наколоть? Обещал. И что? Наколю. Вот наколю. Танцевать.
Дурака валяете. Там эксперт прибыл. Кто вам разрешил вскрыть ящики? Экспонат. Ничего не повредили? Боже мой, как же вы не понимаете, это же мир. Склеил бы он. Молчи уже. А прыгаете знатно. Здесь не курить. Вот. Здорово, Егор Кузьмич. Излагай. Тут такое дело. Языков. Я не пойду, не хочу. А? Панас Григорьевич сказал, что...
Sie sollen es gut verstehen. Вы ведь поняли, что я вам... Говорит. Фамилия, звание. Шульц. Шульц. Лейтенант Куда Шульц. Куда вы направлялись? В город, в комендатуру. Не заставляйте. Рисуйте план комендатуры. Клим, так план... Здесь есть кому проверить. Через 3 дня. Ну все, Егор Кузьмич. Верните. Что? Я жду. Ну что, господин Фриц, продолжим наше совещание? Да, фай. Он, вот что. Может, нужна ему эта фото? Откуда тебе знать? Они же разведчики. Товарищ Карамашков, если вы допускаете тот факт, что советский офицер может быть на фотографии в немецкой форме, то я этого допустить не могу. Я составляю рапорт и отправляю в центр. А тебе что, машина нужна? Очень нужна. Лады, дам тебе пару бойцов. И до места доведут, и достать помогут. Еще какая бомба.
Здорово. Трогать. Все произведения в этой коллекции. Здесь главное искусство мастера. Знаешь, Лялин, а скажи мне, пожалуйста, зачем ты вообще здесь нужен? Шучу. Что, мы без тебя не справимся, что ли? Ну, вообще-то меня прислали сюда не для того, чтобы я вам помогал. Ты, наверное, нормально. Думаю, Михась, тебе не стоит ставить под сомнение целесообразность пребывания здесь товарища Лялина. А я и не ставлю. Я просто не понимаю. Зачем? Ну, а вдруг немец решит поменять экспонаты на копии? Да не успеет поменять. Фу ты. Кара, как его не там... Не надо, не затрудняйтесь. Ну, как бы... А я? А ты, Михась, остаешься помогать товарищу Лялину. А... Так... Господин офицер, что желаете? Побриться? Прошу, господин офицер. So, ist deine Frau drin? Я вундершен. Да, замечательно. Вам не кажется, что этот мастер еврей? Ein widerlicher Alte. Противность.
Я пошел! Вы должны меня выпустить. Иначе мне конец. Заткнись! Потом с Алешей были. То есть они должны... Друзья мои... Пропавших ценностей, ящиков с экспонатами должно быть не меньше 5, а стало быть, нужен... Ну и что, ждать нам нечего. Сегодня ночью пойдем. Рожа чё такая сонная? Пленного проспишь. Куда он денется? Давай. Что у немцев остались? Ты, Максимка, все знаешь? Как будто они тебе доколодали. Да я сам слышал, как они... Фриц! На, ешь! Год орел, без умолку. Потом замолчал. Я думал, может, спит? Эй! Как это? Ты его покормить хотел. Он лежит, не шевелится.
Помер, что ли? О, черт! Что случилось? Скорей! Что произошло? Ты пленного сюда, упустил, сюда, ты сюда. Понимаешь? Он меня послал! Я тебя лично! Я лейтенант Шульц. Was ist mit Ihnen passiert? Ich möchte